первом полугодии 2022 года в муниципалитете будут достроены сразу три проблемных объекта, расположенных в жилых комплексах «Западные ворота столицы», этому долгострою более 10 лет, или кино, а также в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде. Вот этих домов в строй позволит обеспечить права около 500 семей, сообщил глава округа Андрей Иванов. В 2021 году было завершено строительство 15 проблемных объектов, еще по 7 собственники получили компенсации.